В трех селах Карагандинской области также ввели карантин. Населенные пункты Тасуак, Жараспай и Езенде находятся в Нуринском районе. Птицефабрик там нет, но заболела птица в частных хозяйствах. За последние три дня ветеринары зафиксировали падеж 104 особей. Быстрого распространения заболевания не произошло. Тем не менее, на место уже выехали сотрудники филиала республиканского противоэпизоотического отряда. Они изымают как больных, так и здоровых пернатых. А в окрестностях создана буферная зона, где будет силами ветеринарных специалистов района будет проводиться вакцинация, полномасштабная вакцинация. Как такового полномасштабного прироста нету, но бывают вот единичные случаи. Но, соответственно, ветеринарно-санитарные инспекторы, а также ветеринарные врачи Нуринского района, округов проводят ежедневный мониторинг.